Здорово, Империя, микрофон Артём, это канал Snowworm TV, и эта игрушка еще нигде, ну, как бы не фигурирует. Это закрытый бета-тест, я в него, честно, не попал, но пройти мимо этой игры не мог, хотел показать вам ее. Это что-то типа Fall Guys, который вышел вот-вот недавно буквально. Только это про, там, как говорится, про бобы было, бегающие. А это что-то типа про яички, она так и называется, Egg-Go, что ли, как-то так. И игрушка вот такая веселая, задорная, но со смесью так называемого Марио Карта. То есть здесь есть какие-то приколюхи. А, ну, что-то можно брать бомбу, допустим, брать мины какие-то, кидаться ими. Но карты построены так же, как Fall Guys. То есть, видите? Downhill, go to finish. Вот они, яички. Но она на телефоне. Почему бы не поиграть на телефоне в такую, да? Пускай даже ты клон какой-то определенный, но на телефоне всегда забавно. В фиолетовых вот этих ящиках лежат всякие приколюхи в виде бомб, вот таких вот нефтяных пятен. То есть все, что вам мешало проходить дальше, пробегать. Но карты довольно-таки разнообразные, интересные. И тут посмотрел парочку. Вот, то есть, ну, не прям такой клон, как говорится. То есть карты они реально свои делали здесь. Транзакции, микротранзакции будут, как всегда, наверное, со скинами различными на вот этих вот кругляшей. Возможно, какая-то валюта будет, возможно, будет какой-то типа VIP-аккаунтов с дополнительным опытом. Но пока как-то так, и не знаю, когда она еще выйдет, пока бетка, и она даже не в Рашке, по-моему, а где-то, короче, за бугром, беточка, вот. Ну, выглядит забавно. Ну, судя по этим... Вот майка у него, да, вот черно-белая. С иероглифами. Я думаю, где-то в Азии игрушка стартанула. Пока в бетке. Но, судя по интерфейсу, игрушка на английском. Пинг у него, FPS, смотрите, показано. Все нормально. Игра не лагает, не тормозит. В принципе, играется бодро. Но они какие-то особо неуклюжие такие прям. Ну, может быть, у нас просто... такой человек играет. Он целая толпа скопилась, не может перепрыгнуть. Просто чисто берите на заметку. Я просто показываю вам так, чтобы вы взяли на заметку, где-то себя записали, вот, и чтобы, если что, как говорится, скачали. Я тоже ее скачаю, если она выйдет. Обязательно поиграем вместе в нее. Выглядит она забавно. И много разнообразных миссий. Вот они стоят здесь, тупят просто. Чё стоят, чё тупят? Непонятно. Целая куча просто их. Все разные, различные, видите, они у них скинчики. Но есть, конечно, одинаковые. Но я думаю, это будет проверимо с выходом игры. Добавят кучу скинов и так далее. Всяких фишек тоже добавят. Вот, новый уровень. Но музыка, по-моему, одна такая, однообразная у игры. Что-то повеселее, поинтереснее. Есть какие-то стикеры в правом верхнем углу. Это, видимо, что-то типа эмоций. Но плюс, потому что в Fall Guys нет вот этих приколюх. Вот типа бомбы он берет там. Какие-то кидает. Еще что-то. В Fall Guys такого нету. И это вот что-то типа, ну, добавление вот изюминки в эту игру. Что-то из Марио Карта. Еще они, видите, могут кататься. Скручит в шарик. И это им дает скорости. Уровни, конечно, разнообразные. Название игры вы, в принципе, увидите в описании. Ну и название ролика будет от этой игры. Хотелось бы, конечно, саму поиграть, но нет, не попал, не мог я попасть в ЗБТ. Поэтому... это какая-то запись какого-то человека. Не знаю, кто вообще в нее играл. Я чисто нашел ее. Просто такой игровой момент. Возможно, даже разработчики сами играли. Показывали. И такой вот некий игровой момент игры. Но видно, что это америкос, потому что... все на английском, не на китайском. Не, ну...
карты разнообразные. Вот здесь, кстати, что-то типа Бомбермена сейчас будет. То есть... А, нет, здесь мы будем красить в свой цвет. Получается, линии. Видите? Бегаем и красим. Ну, здесь тоже, по-моему, бомба, если присутствует. Чем больше закрасим, чем... Да вон, у нас 70, у кого-то 20. Потихонечку бегаем, красим и не даем красить. Вот он кидает что-то. Да-да-да, эти какие-то вот типа бомб, не дающие нам... Так, выкинули всех. Так, ну правая команда выигрывает, у них 90 уже. 94 на 60 плюсом, 70. Походу, правые какие-то коричневые, не знаю, что-то оранжевые. Что за цвет такой? Какашечный цвет, короче, выигрывает пока. Вот бомбочку кинул, хорош. Соточка уже. Осталось 30 секунд, и кто-то из них выиграет. Но пока лидирует правая команда. И это хорошо. Вот он закрашивает, смотри. В наглую прет и закрашивает соперника. Здесь он переходит в наступление. Вот, бомба. Кидай. Какая-то бомбочка полетела. Ой, хорош. Выкинул одного прям насмерть. У них 80, у тех 150. Выигрывает команда. Что за ящик? Не знаю, розовый. Просто ящик, видимо, мешает просто проходить. Ничем больше таким не занимается этот мячик. Так, какую-то штуку опять подобрал. Что-то типа бомбы. Но они выиграли. И здесь, короче, выкидывает людей, которые недостойны, как говорится, в игре быть. И получается новый уровень. Давайте не будем продолжать. Игрушка такая, сикая. Ну и для мобилки это будет интересно. Кто любит Fall Guys, это прям вам зайдет прям максимально. Здесь нужно уворачиваться от мечей, и чтобы тебя, короче, не скинуло. Ну, прикольно, прикольно. Берите на заметку. С вами был, как всегда, Артем. Подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчик, приходите на стримы. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.